сорыль на кичку, слава роду, смерть уродов. Артем Тарасов. Хватит соскакивать с боя. Изначально мне этот бой вообще не нужен был. Ты сам вызывал меня на бой. Я видел на канале Тружим, как ты работаешь с Максом Новоселовым. Могу сказать так, меня это не удивило. Поэтому, если ты готов, если ты мужик, давай встретимся в апреле, в мае, хоть в марте, на любой арене и выясним, кто сильнее. Артем Тарас против Вячеслава Дацика. Теперь ты начинаешь увиливать, менять правила. Уже теперь локти нельзя. По 5 минут ты хочешь раунды. Мы с тобой в прямом эфире у Хача договорились. Деремся 3 раунда по 10 минут с участием судьи по правилам Панкратиона, где разрешены удары руками, ногами, коленями, локтями, головой. Он пошел навстречу, готов в перчатках, а ты пойди навстречу 3 по 10 давай. 3 по 10, ладно. Все, согласен? Согласен, идем дальше. По правилам Панкратиона. Договорились? Не надо соскакивать и придумывать разные версии. Этот бой нужен был тебе. Ты хотел пропиариться. Пропиаришься. Блять, Артем. Возьми Серегу Бычкова. Че, вышел против Ситника. Да, блять, разбили ему рожу. Но Серега Бычков герой. Ты-то не соскакивай. Будь как Серега. Равняйся на великих. Вот. Понимаешь? А те твои вариации, что ты там предложил 500 тысяч мне за поражение, я же тебе сказал, ну хотя бы нулик для начала прибавь, потом уже будет предмет для разговора. А если у тебя нету денег, вернее папа тебе не выделяет сколько надо на твой пиар, ну извини, придется опиздюлиться по конкретике. Тёма, ну и насчет тотализатора на бой. Если ты готов принимать ставки, я готов поставить на себя. А готов ли ты поставить на себя? Или ты уже сделал ставку на меня и хочешь на бою еще заработать? Изначально за бой собирался платить ты. Теперь ты уже соскочил. Теперь ты уже сам просишь гонорар у Хача. Ну, блядь, Тёма, ты что, вообще нищий, что ли? Тебе что, папа, блин, денег на газировку не дает? Так нефиг тогда пиариться, вылазить в интернет и говорить всякие слова. Такие вот дела. Давай, жду тебя на пресс-конференции, на подписание контракта. Бьемся как воины. Хрен с ним, пусть будут твои судьи. Деремся 3 раунда по 10 минут, правила Панкратиона. В случае невыявления победы дополнительный раунд по бирманским правилам. И еще, Тёма, ну ты же не думаешь, что твои судьи, или ты как хотел, что твои судьи, я вышел, мне ничем бить нельзя, я упал, ты подошел, меня 2 раза стукнул, и твои судьи тебе отдали победу. Тёма, так не получится. Придется реально хайпануть, реально получить пизды в бою реальном. Сорынь на кичку.